Эти кадры можно смотреть вечно. Вот так «Динамо Алтай» золотыми буквами пишет новую историю. Барнаульцы оформляют чемпионство в финале Student Hockey Challenge. Илья Вапилов приносит команде «Динамо Алтай» победу и выход в финал. За главный трофей в Красноярск приехало биться 8 дружин. Это представители Словакии, Соединенных Штатов, Чехии и единственная команда из России. Именно сине-белые поочередно отправят домой всех соперников по раунду плей-офф. В финале так и вовсе заставят плакать неуступчивых, как их еще называют, рыцарей Татры. «Динамо» смотрелось увереннее, мощнее, сыграннее. По сути, это был как бы чемпионат мира среди клубных команд, плюс еще были сборные, лиг. И это вот показал уровень нашей команды, что мы все-таки неплохая команда, скажем так, на самом деле. Эти кадры тоже наверняка войдут в историю. В зале не протолкнутся, все аплодисменты только в их честь. В числе награждающих первые лица края, как отметит губернатор Виктор Томенко, такой хоккей власти будут поддерживать. Student Hockey Challenge по задумке организаторов должен был проверить готовность спортивных объектов Красноярска к зимней универсиаде 2019 года. Я очень желаю тем, у кого есть потенциал и возможности, все-таки в нашу сборную вы пробились и наш Алтайский край и всю нашу страну достойно бы представляли. Кубок, золотые медали, дипломы, теперь еще одна весомая награда. Кандидат в мастера спорта. Очень приятно. Сейчас на первая такая медаль можно одевать на такие мероприятия. После торжественной части «Добро пожаловать на лед» «Динамо Алтай» начинает новый поход за новым трофеем. На этот раз за золотом чемпионата страны. Это там, в будущем. Сегодня им нет равных на международной арене. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.